Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Vikingsonal. Call of Duty Modern Warfare 3 oyuna davam edirik və bu nəhayətində final bölümdür. İndi baxaq görək, final bölümdə bizi nələr gözləyir, nələr olur. Мы идем в розовый сад, где господин президент и российский премьер-министр Варшавский проводят пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер? Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Уже Прайс у Инирха. Выйти из машины. Я уверен, что этот танк нас защитит. Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему? Работаю над этим. Немного подзабыл арабский. Огонь! Прайс, похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюлю на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Приготовься. Это же супа! Мы привлекли их внимание. Вторая волна прибудет в любой момент. Вот и они! Прямо по расписанию! Там вра-вра гедрик-то, geldi mi canınız için? Продолжай
Aa, yıkılma. Hele yerde durur ki yıkılır öyle bir. Наша броня разорвана в клочья! Николай, нам нужен другой лифт! Принято, в пути! Это долго не протянет! Прыгай! Гранатомёта hazırlayıram. Осторожно, Юрий! От твоей брони остались ошмётки! Роджер, летели справа! Продолжай давить! Мы почти взяли его! Нельзя его упускать! Просто мülki şəxslər də var da. Adam istəmir güllə atmaq. Vaxtında bastıq ha. Я басрыв все. Онсын и несек де хеликоптер ере түшер. Sürüne gelir ki. Прощайте, капитан. F-ə basırıq çoxlu çoxlu. Yoxsa bizi öldürəcək bu. F-ə basmağa davam edirik. Всё, buraxırıq.
Özellikle Modern Warfare seriyası da bitmiş oldu. Təəssüflər olsun ki 2019-cu ildə çıxmışı alınmayacaq da. İndi baxarıq da alınsa gər onu çəkərəm. Yox alınmasa Call of Duty World War 2 oyunu başlayacaq. Neyse məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzə yaxşı baxın. Kanala abunə olub like atmağı da unutmayın.